Если вы соблюдаете диету, тогда вам стоит обратить внимание на эти котлеты. Готовить их очень просто. Котлеты получаются вкусные и сытные, сочетаются с любыми гарнирами и соусами. Для приготовления таких котлет можно использовать готовый куриный фарш или сделать его самостоятельно в домашних условиях, просто перекрутив на мясорубке куриное филе и репчатый лук. Кроме того, котлеты не обязательно жарить на сковороде, их смело можно запечь в духовке. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. К мясному фаршу и перекрученному луку вбейте яйцо. Добавьте соль и черный молотый перец. В сковороде нагрейте 1 чайную ложку растительного масла, выложите ложкой котлеты, влейте воду. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Жарьте котлеты до красивой румяной корочки с двух сторон. Диетические куриные котлеты на сковороде готовы. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Куриный фарш 350 грамм, репчатый лук 1 штука, яйцо 1 штука, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, масло растительное 1 чайная ложка, количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, до новых встреч!